Правительство страны утвердило рост тарифов ЖКХ на следующий год. Информация опубликована на официальном портале правовой информации. С 1 июля 2017 года коммунальные услуги в Оренбургской области подорожают на 4%. К слову, среди регионов Приволжского федерального округа Оренбуржье строго посередине. Так, наибольший рост тарифов ЖКХ запланирован в республике Башкортостан на 5,8%, а наименьший на 3,5% в Саратовской области и республиках Мари-Эл и Удмуртской. В целом же по стране больше всего тарифы вырастут в Москве на 7%, а меньше всего на Кавказе. Так, в частности, в Северной Осетии этот показатель составит 2,5%.